Спасибо. Show me your fits. Дорогой, что ты мне за это дашь? За то, что я продемонстрирую тебе свои пятки. Сейчас приду домой. Покушаю. Может быть, в эфир зайду. К вам опять сюда. Может быть, фильм посмотрю. Надо подумать. Хочу какой-нибудь фильм посмотреть. Посоветуйте, пожалуйста, на свой вкус. Ваш любимый. Вот так вот проще сказать. Дмитрий, здравствуй. Мистер Пинк. Сериал «Извне». Сейчас, секунду. Мне кажется, что-то подобие смотрела. Слушай, я запишу себя сейчас. Мне нравится. Классно, спасибо большое. Сейчас не начну. А я не смотрела, на самом деле, его. Сергей, здравствуй. Ну, слушай, тут спецэффекты как будто из 90-х, да? Ну, прикольно. Будоражит. Они, наверное, сами, да, всю сюжетную линию в 90-х проводят. Они самурай, здравствуй. Они. Ой, боже мой. Ой, Скорпион мне яхту присылает, смотрите, какую. Прикол вообще. Спасибо, Скорпион, мне бы настоящую. У нас дождь идет, капец. У меня как домой идти? Это я окно открыла. Слушай, ты такой умный. Ты думаешь, у меня с собой зонт есть, да? А то я бы не догадалась, наверное, вообще. Я имею в виду про подарочек. Сюда, яхта. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь подарится мне на яхту? Привет, все хорошо, на работе. Холодно.
Спасибо большое. Чё, попробуем? Скажи мне, пожалуйста. Чё? Вот как я должна обращаться к людям, у которых вместо ника какие-то смайлики? Вот как мне? Нет, иди нахер отсюда. Я с тобой не буду детей сыновей рожать. Гнев турецкий, здравствуй. Такой ник неожиданный. А мне вообще-то через 40 минут уже домой сваливать. Привет. Как ты? Как делишки? Привет. Как тебя зовут? Как мне с тобой поздороваться? Делишки у меня нормально. Сейчас пойду с работы домой. Да, денёк сегодня, конечно, отменный. Привет, а почему персик? А почему три точки? Я Мурат. Очень приятно, Мурат. Меня Надя зовут. Ты как, рассказывай. Ой. У вас пасмурно. Кэп, ты прав. У нас пасмурно, да. Ну, у нас погода плохая, у нас дождь, я же говорю. Ой, спасибо. Фу, иди отсюда нахер. Ну, все хорошо, пойдет потихоньку. Это классно. Сюп. Мне пишут сюп. У нас 2 дня дождь. У нас неделю с понедельника. Я с Поволжья. Здравствуй. А почему Настя? Тебе, кстати, ответили. Странно. Настя, Сережа. Нет, я не с Волгограда. Привет, Бахадир. Привет, а я Мурат. Я знаю, что ты Мурат. И он, наверное, тоже прочитал. Ой, пришлите мне букетик хотя бы. Мурат, пришли мне букетик какой-нибудь. Надо устроить лотерейное название города. Как дела? Да нормально, Бахадир. Только букетики мне не шлют. Я сегодня хотела театр, концерт студенческий, мероприятие. Это не подарок, Мурат. Ой, спасибо, Бахадир.
Да, Мурат. Ладно, не надо мне ничего от тебя. Самара, наверное, нет? Someday I want to meet you a person. Чё это такое, я хз вообще? Вообще-то person? Ну ладно. Боже, он пишет, что хочет с нами встретиться когда-нибудь лично. Вы чё, гоните?